А чем вы занимаетесь? Сейчас я на распутье. Ну, скажите, какие варианты? Строительство, организация строительства, продажа. Ну, продажи что-то я не вижу, а вот все, что связано со строительством, это хорошо. А что касается успеха, то в вашем случае успех зависит от отношений. Вам надо учиться строить деловые отношения правильно, так, чтобы они завязывали какие-то нити. Что-то надо так строить отношения, чтобы вам доверяли, чтобы вы чувствовали в вас такую поддержку. Принципиальность свою надо поставить на второе место, отношения на первое. Надо уметь уступать, уметь... понимаете, в вопросах веры принципиальность – это хорошо, а в вопросах бизнеса – не очень. Нужно учиться понимать людей, давать им возможность ошибаться, терпеть, не быть слишком категоричным. То есть ваша проблема только в людях. Деятельность... Строительство для вас очень хорошо подходит. Руководство тоже подходит. Но вы недостаточно развиты для этого, как личность.